Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы арочного ателье. Разгрузили все. Будем монтировать вон туда. Доложили брус. Продолжается монтаж теплицы арочной ателье. Собрали каркас, обшили торцы, установили формули боковые. Закончили монтаж теплицы арочной ателье. Габариты теплицы 3 метра в ширину, в длину 5 метров. Фундамент теплицы собран из бруса 100 на 100 пропитанный антисептиком. Поликарбонат 4 мм, новатор 0,75 плотности, 14 лет, срок эксплуатации. Теплица свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20 и 20 на 40 в торцах. С обоих торцов дверь с форточкой, резиновый уплотнитель на торце. Все соты защищены перфолентой и торцевым профилем везде. На теплице установлены две боковые фрамуги. Сейчас они закрыты, пошел дождик. Мокнем. Монтажники Уральской усадьбы работают и в снег, и в дождь. Крючочек. Значит, теплицы стоят укосины для большей жесткости конструкции. Колышки вбитые, прикручены к фундаменту, чтобы теплица стояла безветренно. Установлены термоприводы для автоматического проветривания. Сейчас мы оставили только пружины. Клиент снял на зиму. Также на дверях установлены термоприводы. Для автоматического проветривания форточка будет автоматически открываться от двери. Также и в этом торце. Все качественно, надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Все, всем пока. Не забываем заказывать металлоконструкции. У нас все качественно.